Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с видеоблогингом, а именно китайская промышленность, помимо стандартных стабилизаторов для смартфонов, предоставляет такую возможность. Это так называемый штатив 3D Viewer, показыватель в живом исполнении. То есть он в одной из плоскостей следит за вашим лицом. Для этого нужно будет сфотографироваться, в соответствующую программу ее занести, а в дальнейшем использовать те видео редакторы, которые используются в стандартных чатах, это там в Инстаграме, Snapchat, и других видео. И также можно использовать при помощи стандартных видео редакторов, которые используются внутри по умолчанию в смартфонах. Он следит, так называем, за лицом наблюдателя. И тем самым вы можете, установив это устройство куда-то, доснять весь процесс съемок. Данное устройство пришло у нас достаточно быстро, где-то в течение двух-трех недель. Пришло при помощи Пятерочки. Состояние сами видите, какое упаковки. Пятерочка тоже что-то испортилась, как и Почта России. Привозит странные упаковки, помятые. Надо их наказывать, потому что за такой вид нужно будет брать с доставки, написать соответствующий документ, и они должны вернуть средства, потому что нарушено законодательство о том, что предоставлять услуги качественно потребителю. Это в таком виде можно их наказывать. Сейчас мы рассматриваем упаковку. То есть пришла вот такая вот упаковочка. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет? Давайте посмотрим. То есть стандартная упаковка. Бывает двух цветов, черного и белого. И позволяет осуществить следующие действия. Во-первых, следить за лицом, вот как написано. Здесь 355 градусов он вращается. Вы достаточно свободно можете двигаться. Снимает объект. Дальше ищет всегда цель. Здесь есть возможность питать через USB ваш смартфон. Единственное, аккумулятор здесь не столь большой, 1500 мАч. Но стандартный аккумулятор 18650, то есть его при случае можно заменить на более емкий. Так, здесь возможно осуществлять съемку как в портретном режиме, так и стандартный селфи режим. Дальше сообщается с Bluetooth, имеется отверстие 1/4 дюйма для того, чтобы установить на штатив, трипод, и тому подобное. Также есть здесь аккумулятор, который сам заряжается. Заряжается при помощи адаптера питания через кабель. Основные характеристики здесь вот расписаны. Весит он где-то 320 грамм. Максимальный вес на себя берет где-то 260 грамм. Есть кабель метровый, кстати, смартфоны размером по ширине от 65 до 90 миллиметров. Вот такой вариант. Здесь пришел черный вариант. И давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Так, сразу же нас встречает кабель. Здесь стандартный разъем USB-A и micro-USB, не Type-C, положили в этот раз. И длина где-то около метра, там написано было метр. Скорее всего, не метр, а меньше. Где-то около 80 сантиметров, не метр. Экономят китайцы на длине и на разъемах. Дальше здесь есть вот инструкция. Как обычно, у нас два языка. Английский. И стандартный китайский вариант. Поэтому, кто умеет читать на китайском, читает китайский. Кто умеет читать на английском, читает английский. Кто не умеет ни на том, ни на том, пользуемся Google Translate. Наводим камеру и переводим. Хотя там все в картинках и так далее. Да, кстати, здесь есть вот приложение. Сейчас на английском варианте его откроем. Которое скачивается при помощи QR-кода. Здесь написано, что располагается в стандартных плей-маркетах, но сразу же хочу сказать, что в плей-маркетах нет, приходится скачивать его с сайта и дальше устанавливать. То есть вот такого типа. И в самом внутри находится вот такой вариант этого штатива, который крутится
относительно оси на 355 градусов влево и вправо. И он благодаря вот этим разъемам может заряжать ваш смартфон от того аккумулятора, который находится внутри. Снизу у нас находится стандартная резьба 1,4 дюйма, то есть установить на трипод, штатив, стойку, ну и тому подобное, чтобы у вас все надежно стояло и управлялось. Здесь разъем для зарядки, зарядного устройства нет, то есть можно воспользоваться зарядкой, например, у Green, которая есть на моем канале, я ее демонстрировал. И замена. Ну, вот здесь вот под резиной я чувствую отверстия, в которых, соответственно, находятся винты. Так, и, по-моему, три винта. То есть его откручиваете и меняете аккумулятор, если он вышел из строя. Теперь здесь есть возможность. Стандартный зажим, все из пластика. Можно различными вариантами его устанавливать, как хотите. Причем есть вариант даже, то есть убрать одно звено, ну или колено, как ему, как вам нравится. Можно даже так установить, закрепить смартфон, как вам удобнее. Здесь тоже, по-моему, откручивается. Да, он откручивается. Здесь какая-то фиксация при помощи отверстий и выступов. Так, ну вот такой вот вариант помощника при видеосъемке, если вы ведете какой-то видеоблогинг, ну, либо снимаете какой-то объект, когда вы находитесь в движении, чтобы у вас фиксировалось лицо, ну и тому подобное. Итак, давайте сейчас продемонстрируем возможности данного устройства, попытаемся. Итак, сейчас я тут соврожу какую-нибудь сцену и это все дело пробиваем. Итак, приступаем.
Итак, я вам продемонстрировал возможности штатива стабилизатора, благодаря которому можно осуществлять видеосъемку во время видеоблогинга в различных видеоредакторах для смартфона при съемке как обычным способом, так и селфи, чтобы осуществлять это непосредственно вживую, ну, либо записывать то видео, где требуется хождение. То есть этот штатив следит за вашим лицом при помощи программного обеспечения, которое устанавливается при помощи соответствующих операционных систем, там либо Android, либо iOS. Ну и результат вы могли видеть, как это осуществляется действие при помощи этого штатива. Да, один отрицательный момент. Здесь тоже программное обеспечение требует доступ ко всему в вашем смартфоне, а именно это Bluetooth, Wi-Fi, дальше местоположение, внутренность телефона, там к фото, съемкам, контактам, ну и так далее. Все это нужно учитывать при покупке данного устройства. То есть, кто не хочет светиться, ну, соответственно, это устройство вам не подойдет. Итак, каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.